Всем привет! Ну что, сегодня очередной трэш-контент на китайке. Забираем воодушевление, забираем полностью все топовые награды, забираем Анубиса, забираем вторую Фрею. Вот так вот, раз. Анубис готов. Фрея. Воодушевление, пятый сет. И самая топовая награда, повелитель дырочек. И пятый сет грубой силы. Так, ну вот такие вот награды у нас. Так, открываем сразу вторую Фрею. И второго Анубиса. Так, где там они? Так, открыть. Анубис готов. И Фрея. Есть. Смотрим, что там в алтаре у нас получилось. Интересно, какие у них талантики. Блять, ребят, это просто жесть. Открываешь себе героя, что-то сразу второй уровень. Ни хрена не понял. А, второй из-за того, что у нас 11 скилл. Сразу с утеканием. На, пожалуйста. Блять, ну это, конечно, смешно. Вот это топчик, ребят. Я даже не знаю, что вам сказать. Все проплачено, все админы подкрутили. Ну, такого вы нигде не увидите. Это просто жесть. Я, честно говоря, в шоке. Так. Ну, тут хотя бы первый уровень. Да. Да, да, да. Вот это жесть, конечно. Ну что, у нас есть коробочки. Сейчас посмотрим, что там у нас еще интересное есть. Так, у нас есть грубая сила. Пятый сет на нашем новом аккаунте. Грубую я тоже на своем получил. Сегодня с Форбса. Открываем. Есть. И мы поставим это сразу же Фрея, которую мы сделали эволюцию. 26% дает, неплохо. Должный выпад дает. А грубая дает 24 плюс 0,5 еще увеличение. Это будет для нее. Смотрите, сколько сет дает урона. 455. Просто жесть. Так, а ложный мы сейчас поставим. Сейчас подумаем, кому там ложный поставить. Ну, поставим сюда. Получше будет, чем корка. Для подземочек. Да, ребята, это жесть. Удивляет китайка в очередной раз. Так, побежали дальше в акции. Заберем еще в рулетке призы. И будем ролить талантики. Так, ну что, поехали. Давайте по одной потыкаем. Надо же как-то понубить. 100 кулачков, неплохо. Как видите, здесь у нас дают меньше сундуков за паки, то есть тут нереально, просто надо дохренище задонить, чтобы забрать самый топовый приз. В этом плане на нашем серваке поярче все будет. Так, 15 осколков героя. Ну, кхшки, вот кхшки, то что надо. Я им очень рад. Так, тут, судя по всему, 3к значков почета. Так, ну ладно, давайте еще до 50. И будем по 10. Карточка. Так, есть еще одна. Так, ну и по 10 сейчас будем. Да, китайка это вообще просто... просто жесть. Так,
кулаки. Ну, как-то так себе, ведьму соберем. Ну, у нас все герои есть. Видите, здесь факция падает в основном осколки героев. Не очень, не очень награды. Яйцо, еще кулаки. У нас поярче. Вот какая акция, это у нас получше будет. Намного. Было бы неплохо четвертый сет ремочки. Но не судьба. Так, что тут у нас? Руны. Окей. Ой, это не 3К, а 30К что ли? Да, это 30 тысяч значков почета. Вот это я понимаю. Они по 1-2К, как у нас. Так, забираем. Смотрим, что там мы интересного осколками собрали ради интереса. Так, Бигфута, Финка, Воржей. Рая 35 осколков, Некрос 70 осколков уже есть. Так, Рину, Стрелок, Ронин неплохо собрали, Хранитель, Ведьма почти собрана. Ну, такое себе. И 100 осколков в Арктике. Хорошо. Побежали дальше. Побежали открывать наши коробочки. Есть 5 коробок. Так, 5 коробок у нас есть. Воодушевление, честно говоря, пока не знаю, кому ставить. В раздумьях либо Ворожея прокачаем вторым, либо Анубису. Так. Ремочку тоже пока ставим. Ну что, поехали коробочки открывать. Давайте карты. Вдруг упадет новый талантик. Нифига. Так, ну, поехали. Бум. Стойкость. Говно талант, честно говоря. Так, на стрелке. Давайте не так будем смотреть. Тут у меня уже они с восьмерками прокачанные. Вот этот нубский аккаунт, да? Так, стойкость. А у этого Ремка стойкость. Рино. Кому влепить стойкость, даже не знаю. Ниндзику влепим. Нету у меня таких героев, кому она очень нужна. Так, смерть. Сюда бавашку лучше влепить. А давайте ему влепим. Поехали, следующий талантик. Бум, бог войны. Блин, жестко падает. Очень жестко тут падают таланты с коробок. Так, бог войны. Ну, Афина тут. Там есть у нас бог войны на Афинку. Смерть. Скорее всего. Так, сейчас посмотрим, что тут у деда. У деда уже пятерочка своя есть. Или, знаете, кому поставим? Вот я кому хотел поставить. Тесси вместо смертельного. Бог войны. Вот так вот сделаем. Так, поехали дальше. Открываем теперь на Ворожея. Бум. Ребята, это однозначно просто ставите лайк и делаете репост. Это просто жесть. Что тут делается на этом сервере? IGG, как обычно, подкрутили мне. С щитами играю. Ну, блин. Так, Ремка. И я в раздумьях. Арктика Ремку требует. Так. Ну, что думать, ставим на Арктику. У нас, в принципе, в таких, кому надо, уже стоит Ремочка.
Хотя давайте Вольта второго возьмем, ремочного сделаем. Или Арктику, Арктика, 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 Вольт. В принципе. Ставим пока Арктики. Хотя и утекание лучше будет для архидемона. Давайте Вольта сделаем. У нас ремок не так уж и много. Хотя ремочный вольт он не актуален. Дракон у нас с чем? Вот дракону влепим лучше. Будет сразу замедлять, пока рун у нас много нету. Так, поехали дальше. Берс. О, бесполезный талант. Где наш там рыцарь? А давайте. Так, тут пятерка. Так, у нас рыцарь не открыт, что ли? Есть. Ставим ему. И бег. Как-то так. Так. Так, что у нас там вообще с гарнизоном нашим творится? 3, 6, 7. Синих дохренища. Так, ну гарнизонным. Ну, поставим ему. Так, ну что, давайте еще трешанем. Немножко паролим. Талантики, надо что-то интересное выбить. Неинтересное, нужен баст. Опять оживо. Ну, давайте заменим. Да, запарили. Давайте уже что-то интересное. А то перейду на стрелка ролить. Четыре, восемь. 4-8 можно пока на Арктику пристроить. Для архидемона с отражением. Да, что-то не очень падает. Где наш стрелок? Идем к нашему стрелку. Что-то эти надписи меня немножко подмораживают. Вот это то, что пропадает, и я не вижу сразу, какой там талантик. Надо ждать, когда пропадает. Ну, где топовые таланты? Что это такое? Так хорошо все начиналось. Что-то вообще печально. Вот это оно. Вот так вот. Так, это однозначно идет у нас на Арктику. Есть. Ролим дальше на стрелке. Давайте еще пару тысяч до пятерочки сольем. Надо какой-то... Ну, я пока ту Фрею вторую качать не буду, поэтому я особо не заморачиваюсь. Лучше ждать коробочки. Но видите, новые таланты вообще даже не падают. Так, баст. 1-8. Корка. 4-5. Она нафиг нам не нужна. Так, смертельный, не то. Каменка, не то, не то. Ремочка. 1-5. Интрига такая, да? Какой же там талантик? Ну как-то, блин, ну не очень удобно. Вот он. Вот, ребята, новый талант. 10-20, не знаю, что он дает. Давайте поставим. На кого? Поставим на Анубиса. На нем лучше всего тестировать. А, у нас Анубис
С ракушкой, ну, ракушка ему. Хотя, в принципе, тоже интересный талантик. Давайте тогда кому-то другому поставим. Так, 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 так. Что у нас тут с нубским талантом? Карпия. Дрейк. Тут все топовые. Так. Ладно, на буге хрома потестируем. Ради интереса. Дальше. Видите, немножко плохо, что не видно. Ну так мы приблизительно ориентируемся. 1-8. Хотелось бы 5-8, да? Бог войны. Четвертый. Не надо. Ремочка. Вот. 3-8. Еще один талант новый. Этот талант, по-моему, от стана защищает. Так. Так, 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 так. Ничего не понятно пока. Поэтому таланту сейчас будем ставить и потом будем тестировать. Ну, на нее смысла нету ставить. А вот на кого-то такого, кто будет сразу бить. У нас таких, в принципе, героев особо нету. Мы можем, кстати, знаете, кому поставить? Ради интереса потестировать. Так, так, я думаю, нет смысла. Варлока с кино нет. Так, ну хрен его знает. Даже не знаю, ребят, кому ставить. Ладно, ставим Анубису. У нас Анубис на урон есть. Вместо этого таланта поставим Анубу. Потом будем тестировать. Так, поменять. Заменить. Есть. Так, ну что? Еще один такой талант. Ну, первого левела смысла даже ставить нет. Разброс пятый. Вот оно что-то интереснее уже. Разбросик. Даже хрен его знает уже кому ставить. Надо кого-то дальника найти. Сюда пока поставим временно, пусть себе будет. Да, но видите, новые талантики вроде так ничего падают. Получше, чем воодушевление. Так, это не надо, утекание. Еще раз упал. Так, ну это уже издевательство просто. Давайте кого-то черепу тыкнем. Четыре, восемь, не то. Один. О, вот это нормально. Пятый просветик сюда. Так вот, хлоп. Пойдет. Так, ну где наш бастион? Китайка, просыпайся уже. Ай-яй-яй, третий.
Так, все, ролим до следующей пятерочки, останавливаемся. Лучше под акцию ролить. Так. Так, грубая сила. Берс, бег. Так, иду я лучше на стрелка своего. Неинтересно, неинтересно. Стрелок, стрелок, стрелок. Ну давай, просыпайся уже. Не любит нас тут рандомчик сегодня. 4-8, ну чё не 5? Фрейя так ждет. Бег 4-8. Печалька, печалька, ребята. Ну, опять стойкость упала. С чего начали, на том и закончим. Так, ну, в принципе, все. Пишите комменты, подписывайтесь на канал. Будем дальше здесь трешивать. Всем пока.